Сегодня открыто движение по новому участку магистрали, который соединит дороги на Гродно и Брест. В торжественной церемонии принял участие президент. Общая протяженность новой кольцевой вокруг Минска около 160 километров. Почти половина окружной проходит в новом направлении, остальная часть совмещена с существующими дорогами. МКАД-2 – это современная четырехполосная магистраль. Новую трассу строили из цементобетона по передовым технологиям. Сегодня глава государства ознакомился с планом реконструкции транспортных магистралей Беларуси. Александр Лукашенко поручил строителям разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. В ближайшее время будет подготовлен план по их обновлению. Транспортно-логистический центр Бремена-Брузги открылся вблизи белорусско-польской границы. Уникальное расположение центра позволяет сократить общее время прохождения таможенных процедур и существенно снизить расходы на логистику. Транспортные средства смогут передвигаться с пункта пропуска на внутренний таможенный пункт центра без оформления транзитной декларации. Комплекс включает зону таможенного контроля с грузовой стоянкой на 190 мест, стоянку для легкового транспорта на 127 мест и склад площадью 10 тысяч квадратных метров. Делегация лучших учащихся Могилевской области отправилась в столицу на главную елку страны. Детей ожидает представление в Белгосцирке, а завтра Дворец Республики и главная елка страны. Новая музыкальная сказка под названием «Хрустальная мелодия» перенесет зрителей в волшебный мир мифов и преданий. Все участники праздника получат подарки от Деда Мороза.